Друзья мои, если когда-либо вы задумывались о характеристиках Бога, о том, какой Бог в вашем восприятии, как вы его воспринимаете, кто он для вас, то первой характеристикой Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа является его благость. Конечно, в Святом Писании Господь открывает себя в историческом контексте, но если даже вы никогда не читали Святое Писание, и вы выйдете на улицу, и вы увидите его нерациональную благость, которую он посылает и верующим, и неверующим, и добрым, и злым. Пытливый исследователь, посмотрев на снежинку, увидит, что одна снежинка не походит на другую. Подумайте о том, насколько это нерационально создавать такое многообразие снежинок. Это не приносит никакой пользы. Это красиво, это удивительно. Господь удивителен. Подумайте, как это откровение относится лично к вам. Благ ли он к вам?